В этом выпуске познакомимся с миром кисломолочных продуктов. Само слово «кефир» происходит от древнего «кхеф» – «жизненная сила». Разберемся, в чем польза кисломолочки. Функциональный продукт, на который мы обращаем внимание. А шеф-повар Роман Денискин приготовит блюдо с использованием кисломолочных продуктов. Я Роман Денискин, шеф-повар. Я с детства знал, что буду главным на кухне. Я прошел длинный путь, научно подходил к еде, открывал новые кафе и рестораны. Я создавал шедевры высокой кухни, увлекался авторскими идеями и погрузился в историю русских рецептур. Но спустя много лет я понял одно – еда должна быть простой и вкусной. А молочные продукты – одни из главных помощников шефа. Молоко противопоказано при установленной лактазной недостаточности, аллергии к белкам коровьего молока и при наличии у пациента клинических проявлений пищевой непереносимости. Сегодня мы займемся выпечкой. Мы сегодня с вами приготовим овсяноблин. Овсяноблин – это очень такая известная вещь на завтрак. Я покажу и расскажу, как его приготовить. Второе – это у нас будут такие, знаете, хрустящие конвертики из теста фила с творогом. Ну что, начнем? Начнем мы с вами с конвертиков. Первоначально мы возьмем сейчас миску и нарубим сейчас сюда зелени. Зелень должна быть у нас микс зелени. И зелень не жалеем. То есть чем больше зелени, тем лучше. Я беру нож. У меня в руках цельнокованный нож от Надоба коллекции Уна из нержавеющей стали. Ручка с покрытием Soft Touch. Как быстро и мелко нарубить зелень. Да? Делаем такой пучок. И начинаем мелко крошить. Уже сейчас уже стоит хороший аромат. И лук и зелень перекладываем в миску. Чтобы усилить вкус зелени, да, раскрыть его полностью, добавим сразу же соль. А посолим мы хорошо, потому что начинка у нас должна быть яркая. И сразу же поперчим. Вот так. И возьмем ложку от торговой марки «Надоба». И вот так хорошо помнем. Если у вас есть ступка, в принципе, это можно сделать в ступке. Смотрите, зелень у нас уже готова. Нам надо добавить с вами творог. Творог у меня сегодня от торговой марки «Русское молоко». «Русское молоко» – это по-настоящему натуральная молочная продукция из подмосковного города Руза. Компания работает на рынке уже 20 лет, имеет широкий ассортимент, а главное – высокие стандарты качества продукции. Прочтите информацию на упаковке, и вы всегда найдете чистый состав и минимум ингредиентов. Кстати, творог, сметана, кефир, ряженка и сливочное масло торговой марки «Русское молоко» обладает знаком качества – от Роскачества. Продукция от русского молока натуральна, безопасна, идеально подходит для кулинарных шедевров. А самое главное, она невероятно вкусная. Ну что, раскрываем и перекладываем наш творог в миску. Вот так. Сейчас я просто в миске соединяю творог и зелень. Хорошо перемешиваем, вымешиваем. Рекомендую взять творог пластичный, не зерненый. А жирность творога можете определить по своему вкусу. Все отлично. Перейдем к заворачиванию конвертиков. И нам нужно растопленное сливочное масло. Для этого мне нужно будет сотейник, а именно кож, а тоже от торговой марки «Надоба». Коллекция Донна. Средний огонек и сливочное масло. Вот у меня сливочное масло. Тоже от торговой марки «Русское молоко». Возьмем чуть больше половины. Небольшой кусочек мы оставим для нашего второго блюда. Это можно сделать и в микроволновке. Это можно сделать и импульсами, да, но мы делаем это в сотейнике. Масло топится. И, смотрите, тесто фила. Оно пресное. Нам нужно будет сейчас взять кисточку силиконовую и хорошенько промазать тесто. В принципе, мы сейчас этим и займемся.
Вот такими движениями, чтобы размягчить тесто. А во-вторых, чтобы получилась хрустящая выпечка у нас. Тесто фила очень тонкое. И если где-то оно порвалось, не переживайте, это не повлияет на нашу выпечку. Так, теперь что мы делаем с вами? Пополам. Плотно прижимаем. Здесь аналогично промазываем сливочным маслом. И еще пополам. Получается у нас такой прямоугольник длинный. И начнем выкладывать нашу начинку. Примерно вот так. И у нас это будут треугольники. И плотно прижимаем. Давайте мы еще с вами здесь, забыл я еще, давайте еще промажем сливочным маслом. Ну, ничего страшного, мы можем ошибаться, здесь ничего такого. Все вернули, развернули, и хорошо, и продолжаем. Так, треугольник, треугольник. Этот способ заворачивания треугольником позволяет нам, во-первых, чтобы у нас начинка осталась внутри, и плюс, чтобы не было швов, да, красивый треугольник. Посмотрите, здесь конечный итог мы с вами здесь подворачиваем и вот здесь заворачиваем. И вот получается вот такой красивый треугольничек. Также сделаем с тремя оставшимися листочками. Ну что, у меня получилось 4 вот таких пирожочка. Ну, нам надо вот эти конвертики куда-то положить. И у меня есть особая форма для выпечки от торговой марки «Надоба». Коллекция «Рада». Обратите внимание, здесь в комплекте есть дополнительный поддон. Это очень удобно. На нем вы сможете подать готовую выпечку. И смотрите, здесь вот сюда мы прям выкладываем с вами наши готовые конвертики. Здесь, смотрите, рифленая поверхность, и я не буду смазывать ни маслом, ни чем. Все будет отлично, я в этом уверен. Чтобы выпечь наши конвертики, нам нужна духовка. Духовку мы с вами разогреваем 180 градусов. Время выпекания конвертов будет составлять 20 минут. И чуть-чуть смазываем маслом. Вот так. Сегодня для начинки я использовал творог. Прекрасный кисломолочный продукт. И в этом выпуске мы поговорим о том, что такое кисломолочные продукты, откуда они появились и чем они полезны для человека. Появление первых кисломолочных продуктов продиктовала сама природа. Нечаянно скисшее молоко подарило новые явления. И дело не в том, когда это произошло, а какую пользу извлек из этого подарка человек. Сегодня мы имеем дело с огромной семьей кисломолочных продуктов. Различаются они по вкусу, цвету, консистенции и способу получения. Если говорить простым языком, то кисломолочные продукты рождаются путем брожения с добавлением грибков, заквасок, ферментов и полезных бактерий. Есть естественное кисломолочное брожение, и тогда мы получаем простоквашу, творог, сметану, сыр. А есть смешанное брожение, результатом которого становится кефир, кумыс, айран и прочие продукты. И среди тихой жизни молочного брожения есть яркая история за получение кефирных грибков российскими учеными с родины кефира Северного Кавказа, нарекаемого там целебным напитком здоровья и долголетия, даром неба. Само слово «кефир» происходит от древнего кхеф – жизненная сила. Первые статьи о кефире в клинической газете, которую издавал Сергей Петрович Боткин, опубликовал Владимир Дмитриев. Это ялтинский врач, который использовал, значит, кефир для лечения в Крыму людей, больных туберкулезом. В больницах Боткина и в Москве, и в Санкт-Петербурге стали, значит, кефир давать пациентам больным. А дальше обратились уже к промышленным производителям в Москве, чтобы продавать можно было и в магазинах, и большее число людей могло получать этот полезный напиток. Была такая занимательная история, когда отправили технолога, значит, Ирину Тимофеевну Сахарову, раздобыть не для исследования, а для промышленной выработки эти грибки. Она поехала в Приэльбрусе и вот своей красотой, обаянием,
значит, получила несколько фунтов. То есть это вес определенный. Не просто, как раньше брали на исследование, единички там этих грибков. Вот она привезла их столько, сколько было нужно для того, чтобы сделать производственную закваску. Спустя несколько лет начался большой промышленный выпуск кефира, одного из самых полезных кисломолочных продуктов. Были придуманы кефирные диеты. На государственном уровне разработана программа для детского питания с использованием целебного напитка. Вот кефир сейчас очень широко шагает по планете, особенно в постковидную, в ковидную эпоху. Оказалось, что в составе кефира, кефирных грибков, дрожжи, содержат бета-глюканы. Такие вещества, которые тренируют иммунные клетки. В качестве профилактики вирусных и инфекционных заболеваний стали использовать кефир. Кефир сейчас выпускается во многих странах. Там, где употребляют жидкие продукты, а где не употребляют, даже стали таблетки из кефира, порошки сублимированные. Значит, появилась целая линейка совершенно новых уже продуктов на основе кефира. Наверняка вы замечали, что у кефира встречается разный вкус. Один островатый, щиплющий, другой помягче, понежнее. Отчего рождается разница? Что сейчас мы имеем? В некоторых случаях кефир вкусный, нормальный продукт, но не совсем похож на кефир. То есть он более мягкий на вкус, у него нет вот этой характерной черты, да, острый, слегка щиплющий. И дело-то в том, что закваска, вот эта грибковая, кефирная, она требует, естественно, очень серьезного ухода, культивирования определенным образом этих грибков. На производстве для кефирных грибков и кефирной закваски нужны отдельные помещения, потому что там дрожжи, и, не дай бог, эти дрожжи куда-то в другой продукт попадут. Поэтому достаточно сложно. В настоящее время существует целый ряд заквасочных культур, которые носятся непосредственно в молоко. Так называемые закваски прямого внесения. Вот они в пакетиках, например, да, в стерилизованном виде. Все, значит, рассчитан этот пакетик на определенное количество молока. Значит, резервуар соответствующий. Тонна, значит, тонна. 10 тонн, значит, 10 тонн. Это все вносится. И кефирную закваску, не кефирную закваску, а закваску для продукта якобы кефира, тоже научились делать таким образом. То есть подобраны соответствующим образом культуры чистые по составу, напоминающие состав микрофлора кефирного грибка. Но это не кефир все-таки, потому что это не естественный симбиоз, а это все хорошо, правильно, вкусно даже, можно сказать, но не кефир. Ну и было такое вот движение в свое время, когда очень много появилось таких продуктов. Наш всесоюзный, всероссийский теперь научно-исследовательский молочный институт, значит, обратился, значит, в молочный союз и в комитет с просьбой, чтобы запретить называть кефиром продукт, полученный на такой закваске. Раньше вообще поначалу еще различали кефир слабый, средний и крепкий. Но сейчас нет такой градации по количеству содержащегося в нем этилового спирта. Но все равно там не так уж и много, максимум 1% в крепком было. А сейчас это просто доли процента. Исследование природы кисломолочной продукции ученые продолжают и по сей день. Новые способы получения, новые вкусы, польза. Нам, покупателям, остается делать свой выбор и внимательно изучать информацию на упаковке. Овсяноблин. Овсяноблин – это один из самых популярных, я могу вам сказать, блюд на завтрак. Я, честно, готовлю практически, ну, не каждый день, но его обязательно использую в своем рационе. Это что-то наподобие, конечно, яичницы, даже больше омлета, но с добавлением овсяных хлопьев. Нам что понадобится? Овсяные хлопья. Вот они у нас есть, овсяные хлопья. Добавили. У нас здесь помол троечка. Возьмем куриные яйца. Два. И разобьем их в наши овсяные хлопья. Угу. И наша задача все это перемешать, как омлет. Здесь надо соединить овсяные хлопья, яйца, желток и белок, чтобы все было однородным. Отлично. Поперчим.
Здесь можно чуть побольше, потому что овсяные хлопья возьмут много на себя, поэтому чуть побольше кладем перца и соли. И в этом рецепте сюда добавлю ряженку. Вообще, всегда добавляется чуть-чуть молока, это чисто для молочного вкуса. Ряженка нам просто даст топленый вкус, это будет такое необычное сочетание. Я думаю, что если вы попробуете, вам понравится. А во-вторых, все-таки ряженка даст нам пышности, добавить надо немного. То есть здесь граммов 50, и можно поменьше. Вот так, я думаю, будет достаточно, да, как раз, хорошо. Закончили. Я предлагаю сделать овсяной блин именно с ряженкой. Но вы можете заменить ее на кефир, растительный напиток или молоко. И мы переходим к плите. Нам поэтому понадобится сковородка «Надобом» коллекция «Дара». «Дара» выполнена из литого алюминия и подходит для любого типа плиты. Многослойная, антипригарная, особое прочное покрытие на основе структуры гранита не дает продуктам пригорать и прилипать. Индукционное дно идеально прилегает к поверхности плиты, обеспечивая эффективный и равномерный нагрев. Удобная, не нагревающаяся ручка позволяет работать без прихваток и не выскальзывает из рук. Ставим нашу сковородку на плиту. И, что самое важное, разогреть хорошо ее. Смотрите, у нас здесь с вами осталось чуть-чуть сливочного масла после конвертиков. Давайте что, мы добавим ее вот сюда. Сливочного масла много не бывает. Чуть-чуть перемешаем. Сейчас, смотрите, у нас вообще сковородка, она, видите, форма блина, да? Она блинная сковородка. Она, в принципе, как раз нам и подходит. Почему называется овсяной блин? Форма блина. Аккуратно выливаем. И сейчас самое важное, что, во-первых, ничего не оставить. И аккуратно распределить весь овсяный блин по нашей сковородке. Все, ждем, пока выпечется нижний слой. Потом постараемся его перевернуть. Но даже если у нас не получится это, разделим пополам и просто каждую половинку мы с вами перевернем. Здесь ничего страшного в этом нет. Ну что, смотрите. Образовалась такая корочка по краям, я вижу. Немножко заглянем вниз. Ага, смотрите, и корочка есть уже золотистая. Попробуем перевернуть. Опа! Мы перевернули. Здорово. Ну что, выключим. Уже выключим нагрев. Я думаю, что сковородка сама справится со своей задачей. Она уже раскалилась. И за счет оставшегося тепла нижний слой приготовится. Для овсяного блина я использовал ряженку. Далее предлагаю продолжить изучение темы кисломолочных продуктов, крайне важных для человека. Исследователи считают, что кисломолочные продукты легко усваиваются, способствуют пищеварению и имеют массу других полезных свойств для человека. Правда, речь только о тех продуктах, в которых нет разнообразных добавок, типа сахара. Но всегда найдутся мифы, оспаривающие пользу кисломолочки. Самый распространенный миф об антибиотиках, содержащихся в сырье для кисломолочных продуктов. Что такое антибиотики? Это то, что блокирует какие-то живые организмы. Вообще не стоит бояться антибиотиков кисломолочки, так как кисломолочные продукты производятся живыми микроорганизмами, заквасочными культурами различными. Поэтому если продукт, йогурт, сквасился, значит явно там никаких антибиотиков нет. Иначе бы микроорганизмы погибли и не смогли бы ферментировать. Недаром кисломолочные продукты смело включают в детский рацион питания с совсем нежного возраста. Рекомендации по введению кисломолочных продуктов все-таки начинают месяцев 6. Опять же, в зависимости на каком вскармливании находится ребенок, искусственном или грудном, имеет ли он какие-то тенденции к аллергическим реакциям, как у него работает желудочно-кишечный тракт, опять же, какую немножечко иммунную систему он имеет в плане различных простудных заболеваний. В зависимости от этого рекомендации общего плана введения кисломолочных продуктов 6 месяцев, творожок, творог, с 8 месяцев это будет кефир, йогурт, ну и цельное молоко все-таки это с года не ранее. Один из основных советов от врачей по здоровому питанию для людей всех возрастов – это разнообразие. Причем здесь учитывается не только ценность продукта, но и вкус, и цвет, и консистенция. И надо сказать, кисломолочные продукты занимают далеко не последнее место в здоровом рационе человека.
Кисломолочные продукты, они относятся к ферментированным продуктам. Это те продукты, которые хорошо себя зарекомендовали в ежедневном рационе, потому что они влияют на микробиоту кишечника, поддерживая ее, и содержат меньше лактозы, что может быть использовано даже при наличии непереносимости, например. И это те продукты, которые обеспечивают рацион также белком, также они содержат кальций. Плюс, если это молочные продукты, такие плотные по консистенции, творог и сыр, они достаточно концентрированы в плане содержания белка. То есть мы их можем рассматривать как высокобелковые продукты. Да, молоко и молочные продукты мы можем рассматривать как функциональные продукты. Функциональные продукты – это продукты, которые дополнительно чем-то обогащены и дают, ну так условно говоря, определенный бонус нашему организму, нашему здоровью. Вот, например, кисломолочные продукты с приставочкой био, био-кефир, био-йогурт, био-ряженка – они дополнительно обогащены полезными микроорганизмами, которые в дальнейшем важны для работы пищеварительной системы. А в целом, если говорить про молочные, кисломолочные продукты, я бы сказала, что это все-таки базовый продуктовый набор ежедневного употребления. Не то чтобы мы ждем от них каких-то волшебных свойств, но свою роль они в здоровье играют. Семейство кисломолочных продуктов крайне разнообразно. Ряженка, простокваша, сметана, творог, ацидофилин, мацони, айран, тан и прочее, прочее. Выбирайте то, что вам по вкусу, и заботьтесь о своем здоровье. Ну что, овсяный блин у нас с вами готов. Давайте займемся его подачей. У меня есть вот такая красивая тарелка. Смотрите, овсяный блин мы с вами можем прямо сейчас скинуть вот так, аккуратно. Вот так его перевернуть. И я добавляю мягкий творог от торговой марки «Русское молоко», для того, чтобы наш овсяный блин не был сухим, и мы добавляем полезных элементов. Ну, а в-третьих, от этого становится еще вкуснее. Смотрите, мы с вами закрываем его и переносим на тарелку. Выкладываем микс-салат. Для подачи я взял микс салатных листьев. А вы можете использовать свою любимую свежую зелень, например, фрилис. Сюда мы с вами добавляем черрики, томаты черри. Так, вот. И добавляем оливковое масло. Так, ну что, первое блюдо у нас готово. Подадим конвертики. В принципе, все, у нас все готово. Смотрите, опять разнообразие молочных продуктов. Творите, пробуйте, и у вас все получится. Ну, я молоко употребляю. Больше всего люблю кисломолочные продукты. Кисломолочные продукты – это, конечно, неотъемлемый продукт здорового питания. Продукт, который выводит шлаки, способствует поддержанию микробиома кишечника. У нас в организме существует целый орган – это микроорганизмы, которые нас населяют 2-3 килограмма. Если мы думаем о них, даем им нужную пищу, а для них как раз нужной пищей являются кисломолочные продукты, то вот этот орган потом думает о вас. Я люблю молоко и кисломолочные продукты, ну, в зависимости от того, где и как я нахожусь. Мой день начинается с йогурта, заканчивается кефиром. В течение дня это и молочные, и кисломолочные продукты. Мне кажется, что это отличный вариант перекуса. То есть это очень удобный перекус, быстрый, удобный. Вот очень поддерживаю, когда используют именно как такой мостик между обычными основными приемами пищи, просто как дополнение к рациону. Напомню сегодняшние рецепты. Готовим конвертики с творогом. Измельчаем зелень зеленым луком, солью и перчем. Объединяем творог с зеленью. Топим сливочное масло. Используем готовое тесто фило. Пласт теста промазываем растопленным сливочным маслом. Складываем тесто пополам, наносим слой масла и еще раз складываем вдоль и промазываем. Получаем заготовку в виде ленты. Выкладываем на край ленты начинку, плотно прижимая, заворачиваем, формируя треугольники. Перекладываем треугольники на форму для выпечки и еще раз сверху смазываем растопленным сливочным маслом. Ставим конвертики в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Готовим овсяный блин.
Соединяем в миске овсяные хлопья, яйца, перемешиваем, добавляем перец, соль, вливаем в смесь ряженку, немного растопленного сливочного масла и все еще раз замешиваем. Разогреваем сковороду, выливаем овсяноблин и распределяем по всей поверхности. Обжариваем с двух сторон. Для подачи наносим на половинку блина мягкий творог и закрываем его. К подаче добавляем микс-салат, томаты черри и сбрызгиваем оливковое масло. Итоги выпуска. Кисломолочные продукты рождаются путем брожения. Есть естественное молочно-кислое брожение, а есть смешанное. В сырье для кисломолочных продуктов не может быть антибиотиков. Кисломолочные продукты относятся к функциональным продуктам, а это значит полезны для человека. Исследователи молока считают, что молоко может заменить любой продукт, но ни один продукт не заменит молоко. И что, я с ними полностью согласен.